Не сядь за тобой ходить? Ты тут один залазишь только? Ладно. Вот такую площадку нам построили. Лукойл спонсировал. Плохо только то, что один в городе такой. Да? Ну-ка давай пролазь в трубу. Детям нравится, но людей очень много. Конечно, даже в Кустово, город маленький, но таких площадок нужно как минимум 4, чтобы было всем просторно. Давай, залазь. Нравится тебе здесь? Ура, говори. Думаю, купировали на горку, нам хватает. Мы маленькие, нам больше не надо. Так что мы заняли свой уголочек. А так там и батут есть. Две горки большие. Детям лазить очень интересно. Я здесь, Мишенька. Вот он. Давай, 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 бегом, бегом, бегом. Уже темно, но здесь, в принципе, светло, очень много людей. Днем тут вообще столпотворение. При открытии говорили, даже очереди были, чтобы попасть на эту площадку. Бегом, бегом, Миш, давай лази. Пока все новое, красивое, очень интересно. Дети рады. Надеемся, буду строить еще в нашем городе. Остальная часть парка, правда, мало благоустроена.
знаешь.